Слушайте, прошло небольшое количество времени, вот, и что я обратил внимание? Я как-то, помните, ходил, снимал памятник, вот, и сейчас обратил внимание, что, а мужчина-то ушел. Мужчины нету. И получается, что женщина, она одна. И видите, у нее изумленное лицо какое. Она такая, блин, нормальный же мужик был, елки-палки. Взял и ушел. Печально. Давай ты будешь вместо мужика ей делать предложение, а? А зачем? Нет? Ну ладно, тогда пошли. Я не буду делать. Александр Блок. Вот оно как бывает, представляете? А мужик-то смылся. А по-моему, он здесь стоял. Не помню. Ну, короче, утащили его.